35 человек было эвакуировано в Астрахани из многоквартирного горящего дома. 11 февраля в 2 часа 58 минут в службу спасения поступило сообщение о возгорании двухэтажного 11-квартирного деревянного жилого дома по адресу Куйбышева, 9. К месту пожара были направлены расчеты 1, 2, 3, 4 и 6 пожарных частей. Огнем повреждена кровля и внутренняя отделка дома на площади 150 квадратных метров. Известно, что жильцов дома должны были расселить, и фактически в нем проживало 3 семьи. Ликвидация пожара в 5 часов 04 минуты. Предварительная причина пожара устанавливается. На пожаре пострадал мужчина 60-го года рождения, который получил ожоги 2-й и 3-й степени тяжести.